школе номер 6 местный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения провел акцию, посвященную тем, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях. Сотрудники ГИБДД зажгли в их память свечи, а начальник отдела Андрей Нестругин попросил детей как можно серьезнее относиться к правилам дорожного движения. Мы со своей стороны обещаем вам оказывать любую возможную помощь, защищать вас, как добросовестных пассажиров, как добросовестных пешеходов. Но и вы не забывайте, что вы должны вести себя в соответствии с правилами дорожного движения на дороге, у себя во дворе, на территории школы. Директор школы номер 6 Светлана Миронова еще раз напомнила своим ученикам, в каком опасном месте на перекрестке нескольких дорог находится их школа. Наша школа для проведения данного мероприятия выбрана не случайно, потому что вы знаете, что мы находимся на пересечении трех дорог, трех магистралей. У нас очень опасное движение возле нашей школы, очень опасное движение. В завершении акции памяти жертв ДТП дети запустили ввысь небесный фонарик.